Первый осенний месяц оказался для Махачкалы весьма теплым. Температура воздуха была заметно выше многолетних норм. Но с наступлением октября в столице республики и в ряде других городов и районов резко установились по-настоящему осенние дни. О том, какой будет осень в этом году, расскажет Зумруд Гамидова. Дождь, ветер, а временами снег. Именно такая погода ожидает дагестанцев в ближайшие дни. Гидрометцентр уверяет, что это норма. Резкого похолодания, по словам синоптиков, не произошло. Дело в том, что сентябрь оказался не по-осеннему теплым. У нас был аномально теплый сентябрь, и причем осадку почти не падало. И, соответственно, какая погода в ближайшие дни? Сейчас мы находимся под воздействием, как я сказал, северных воздушных масс. Пошло понижение температуры и на высотах. И, соответственно, сейчас она будет настоящая осенняя погода. Хотя у нас сентябрь месяц осенний, но получилось, что осень в Дагестане началась где-то с 23 числа. То есть, по сути, сейчас погода, которая стоит за... Это настоящая, характерная для осени. То есть, в Дагестане наступила осень. Жителям республики к причудам природы не привыкать. Что касается зимы, то средняя температура воздуха в предстоящую зиму будет примерно такой же, как и в предыдущие годы. Таких сильных холодов, какие были в 50-е годы, сейчас уже не будет. Самым холодным месяцем по ожиданиям будет февраль. По этому прогнозу, Дагестан особых аномалий мы не ждем. Наоборот, октябрь, ноябрь ожидается температура выше нормы. Декабрь будет соответствовать многолетней норме. Январь тоже чуть выше нормы. А единственное, там получается, по прогнозу долгосрочному, февраль будет холодный. В ближайшие сутки в Махачкале продолжится действие холодного арктического воздуха с осадками. В субботу ожидается прояснение. Однако уже в воскресенье стоит ожидать смены погоды. Никаких аномальных погодных условий в республике не наблюдается. Немного с опозданием, но наступила самая настоящая осень. Зумруд Гамидова, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.